Хитрая снасть на судака для рыбалки с лодки, для летней, называется чертик. Вот такая вот обычная зимняя удочка, коротышка, 50 сантиметров длиной. Здесь сделан вот такой вот тройничок с грузом и прицеплен еще маленький тройничок. Вот такая же, только уже самодельная. Это сделано из пули, также впаян сюда тройник и здесь также маленький. Принцип рыбалки. Одеваете кусочек какой-нибудь резиновой перчатки на один якорек, с лодки закидываете и небольшими движениями, рывками вверх-вниз, приманиваете судака. Очень эффективная снасть, и могу заметить, у нас она не запрещена. То есть это не браконьерская, это вполне себе рабочая оснасточка для рыбалки с лодки. Судак на нее атакует вообще замечательно. Специально сделано именно две удочки. Одна белая снасть, одна желтая. Потому что порой бывает именно только на белую судак атакует. Иногда бывает, что именно только на желтую. Так что берите на заметку, кому понравилось. Очень эффективная снасть.